Ну, давайте вернемся опять к нашим оленям. Олени в Монголии – это таежная форма оленей. Они не такие, как в Якутии, допустим, или в Ямало-Ненецком округе. Они живут в горах, в лесу. Хотя, конечно же, и ходят на пастбище. Но они всегда возвращаются к людям, которые их контролируют. Честно говоря, не совсем понятно, зачем здесь им люди, но олени с удовольствием пользуются таким симбиозом. Но в чем этот симбиоз? Я, честно говоря, не понимаю, зачем оленям нужны люди. Олени людям, понятно, они их охраняют, программа президента. А вот наоборот, я пока ничего понять не могу. А вот смотрите, у оленя рога чешутся. Вы когда-нибудь чувствовали, как у вас чешутся рога? Не чувствовали? Ну и слава богу. Рога у оленей вырастают. Сначала мягкие, а потом начинают отвердевать. И вот когда они находятся под этим вот, под этой шкуркой с мехом, и начинают сползать, ужасный чес идет.